Всем привет, вы на канале Крипты Commons и у меня дежавю, ребята, потому что биткоин снова, снова показывает нам шлонг. Посмотрите, мы вчера падали по альткоинам многим даже еще более сильно, чем по биткоину. И снова, и снова развернулись и пошли наверх и дошли до верхней границы канала. И ТРДР снова, ребята, как часы, Отсигналивать, что здесь продавец. И по стаканам мы видим тоже, что продавца гораздо больше. Э, лимитного продавца, чем покупателя. Соответственно, цену по рынку легче дампить, чем пампить в моменте. Я это вам все говорил уже сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Короче. Много раз, как вы можете видеть, потому что ТРДР, как часы, нам с вами отрисовывает все э, каналы движения. Если вы не в курсе, это не просто индикатор, это он чейн индикатор который со всех бирж, со спотовых подгружается данные со стаканов заявок. Поэтому он реально круто работает. И вы можете его, кстати, подключить себе по ссылке из описания. И посмотреть там же обзор, как им пользоваться. Так вот, все это уже было. Но, знаете что, все-таки на стороне быков, если мы переходим с часовика на 4-часовой, Таймфрейм. То здесь пока нету никаких продаж, но зато были покупки сильные, посмотрите, поднимающиеся покупки. Поэтому здесь на стороне быков то, что мы как бы наоборот сейчас пробиваем сопротивление практически, да, и улетаем в космос. Вот и все. Поэтому напишите в комментарии свой вариант, как вы думаете, что сейчас будет, лонг, шлонг, шорт или забор. А я лично что, я откупил днище вчера перед сном уже практически в невменозе, в таком, в коматозе, откупил днище и перешел на инверс. Эфирчик, и лайт кошу. В лонг на нашей любимой бирже Байбит. Откупил прям дно дно буквально практически. Э -э, как вы можете видеть, поэтому что тут скажешь? Поэтому, соответственно, как вы понимаете, я думаю, что мы сейчас будем еще, наверное, расти. мы сейчас будем еще порасти. Хотя вот в моменте, опять же, если мы смотрим локальную картину, вот лайт коша тоже уперся в сопротивление. Потенциальное. Не знаю, ничего не понятно. Короче, рука на пульсе, скальпим, скальпим по ситуации, по интуиции. Я думаю, наверх, а потом вниз, э -э, но, может быть, не так сильно и дальше наверх. Что-то такое вангую, но это все гадание на кофейной гуще, а по факту надо реагировать, ребят, потому что трейдинг это не про то, чтобы предсказывать, куда пойдет цена и потом точно говорить, видите, я же говорил, блин. Трейдинг это про реакцию. Если сейчас цена пробьет наверх и пойдет туда, значит это лонг. И вот где нужно потенциально разворотный, э хеджевый шорт рассматривать если вы э, контртренд торгуете скальпинг но все равно сейчас глобально ребят какой шорт вот и если вы тоже этим торгуете срубили жирный профит и хотите его вывести то смотрите есть очень крутой обменник э, p2p обменник web my Cash, ссылка на него в описании и там есть все направления соответственно все банки все криптовалюты ну как обычно и достаточно хороший курс и быстрая Исполнение заявок. Плюс у них еще идет сейчас розыгрыш. Смотрите, вы можете выиграть до 15 тысяч рублей э, на свой счет за отзыв, просто оставив отзыв. Так что обязательно зарегистрируйтесь и пользуйтесь на здоровье. Даже каста пробилась у нас с вами из э, флета, из нисходящего тренда. И сейчас потенциально тестируют дневную сетку EMA Ribbon в качестве поддержки на зеленом Money Flow и на разгруженном RSI. Но единственное, что каста, опять же, отдаляясь на недельный таймфрейм, Тут мы видим, что она точно, посмотрите, тютелька в тютельку практически отбилась от э, EMA Ribbon, от восьмой э, Амашки, которая у нас является 55-й недельным мувингом. 55 -м. Вот мы от него точно отбились. То есть сейчас идет коррекция потенциально до вот, не знаю, вот этих уровней максимум, до 2 центов. И то не факт, может она сейчас уже отобьется. И пойдет более серьезный недельный разворот, я думаю. Поэтому каста на споте сейчас это достаточно безопасная фишка. Посмотрите, у нее потенциал отскока только даже. Если вы не верите в проект, то они все статистически отскакивают плюс-минус там, хоть до какой-нибудь фибы. Понимаете? Поэтому смотрите, 0.23 фиба у нее первая, это полдоллара, как бы, если что. А это 20 иксов с текущих. Так что каста, мне кажется, вообще сейчас очень крутой вариант. А вернувшись к биткоину, э ну что, он выглядит очень побычно, по на самом деле. У него недельные зеленые свечи хайка наши. Он пробил нисходящий тренд. Каста, грубо говоря, сейчас где-то вот здесь у нас потенциально. Вот. А биткоин, да, он может уйти еще в коррекцию к сетке EMI Ribbon, тысяч на 35, 38, там спокойно, 32 даже. В любой момент это может произойти, поэтому будьте на чеку. Я лично торгую альткоины, потому что я верю в альтсизон. И напишите в комментариях, какие монеты торгуете вы, в какие верите вы, и по каким сейчас вы считаете, что можно держать лонги. А так, в принципе, что? Хеджевые шарты еще тоже были у меня, но я их уже закрыл. Это была Солана и Инжектив. Это была Солана и Инжектив. Но об этом поговорим на ближайшем лайвстриме. А на сегодня это все. Это короткий апдейт. Спасибо, что смотрите. Нас с вами уже 100 тысяч 500. Практически. Без двух человек. Давайте пропампим на 101 тысячу. И не забывайте, что на ближайшем лайвстриме у нас пройдет крипторозыгрыш. Так что обязательно ставьте лайк. Будьте подписаны на наш канал и пишите комментарии. Вот. Всем удачных сделок. Помните, что в долгую мы все еще в накопительном канале, так что коррекции могут быть незначительные. Даже если по времени они затянутся, то по процентам, процентном соотношению не думаю, что очень сильно мы упадем. Но посмотрим. Всем профитролей и до следующей встречи. Пока.